Эта старенькая девятка на перекрестке возле республиканской больницы стала новой жертвой эвакуаторщика. Рулевой ВАЗа опрометчиво бросил автомобиль в метре от пешеходного перехода. Это, кстати, одно из самых частых нарушений при парковке и карается довольно жестко. Собственника транспортного средства установить не предоставилось возможным. Соответственно, транспортное средство будет эвакуировано. На счастье хозяина девятки, он подошел за пару минут до погрузки своего автомобиля в эвакуатор. Как правило, если владелец авто на месте, машину инспекторы не забирают. Невнимательный водитель отделается штрафом. Тут же, несмотря на полицейских, прямо под знак «Остановка для инвалидов» один за другим паркуются автолюбители. Впрочем, припарковать свою машину по правилам в Абакане в час пик сложно. На такое количество автомобилей Абакан не рассчитывался. Парковок, особенно в центре, не хватает катастрофически, и люди бросают свои машины даже на зебре. За такое грубое нарушение правил автолюбитель заплатит штраф в 1000 рублей, оплатит работу эвакуатора еще 2000 и услуги штрафстоянки. Так что сумма получается немаленькая. Пока час простоя автомобиля на штрафстоянке стоит 9 рублей в час. Плата берется уже за первые сутки. Инспекторы рассказывают, что информация по попавшим под административную статью авто обновляется оперативно в момент составления протокола. Если владелец не нашел свою машину там, где оставил, автоинспекция советует сразу позвонить 02 или в дежурку ГИБДД. Возможно, его автомобиль уже на штрафстоянке. Таир Чтаев, Дмитрий Парахин, новости, 7-й телеканал.